Да? Так, я за вами хожу, я не знаю, как это делать. Тут, в общем, если нажмешь квест... Я зашла в какую-то этот, что-то я... А очень сейчас вот тот замечательный человек нам сказал, что злобный архиепископ нас предал, ну, точнее, не нас. Нас предали. Так. А почему я пройти не могу? Севенджер, это кто? Да. Стойте, люди. Эй, черт, пардон. Эй, книга. Сейчас, МДФР, что ли? Вот. А, да, смотрю, направление, если ты зажмешь Shift и будешь нажимать левую клавишу, то ты будешь стрелять в какую-нибудь сторону. Ну, это сука. Вот. Окей. Соскану, тебе нужно прицелиться и выстрелить. Возьмите свою палку, мне она не нужна, народ. Какую палку? Вот она. Я не вижу никогда палку. Ну, она там в проходе валяется. А. О, деньги. Мои. Он это быстро заканчивается. А, это ты? Ну. Я так тебе не попал. Так, все очень печально. А, Что? Где мне жизнь пока? А, жизнь слева, видишь, красный шар. Красный. А синий это мама? А синий, да, это мама. Куда вы убежали, блин? Парни. Блин, это Роди куда-то убежал. Где? Товарищи, тут опасно. Так а что ты тут побежал? Там кто Роди? Ой, не сидит, со стороны. Так я думал. У меня мост телепортируется. Телепортируется? Да. О, хилка. Так, сколько можно? Он там полчаса его. О, смотрите. Ох ты собака, блин. Загрызла меня. Давай, рассказывай, какие ощущения. Нас сам бьет врагах, как не понимаешь, каждый раз стрелять по нему. Если потом... колду не зайдете, то там есть у меня свиток оживления. Если оживите, будет хорошо. Подожди, тут деньги. Я оживите, что тут тебе так убили. Да, меня загрызла какая-то крыса поганая. Мне так мало жизни. Так, идем закупаться свитками. А, сколько их тут вообще? Это должно быть что-то вроде Resurrection. Я что-то не ожидал, что у меня так оно в два удара съест. Нет. Хотя можно, конечно, возродиться, я правда не помню там. Да, вроде что-то там были. Да, не трожь меня, не трожь меня, зараза. Так, все. Нафиг. Фли Морпалс. А, нет, не трогай. Ну вот, берите два свитка, короче. Да, собирайте, что там у вас по пути попадется, чтобы продать, чтобы не хватило. А, кстати говоря, у лекаря можно бесплатно вылечиться. Подходите к нему, и там есть такой пункт. Господи, как же непривычно. Что-то нельзя ничего, так, знаешь, это повертеть с разных сторон. У меня что-то есть, у меня какая-то... Поломанная броня. О, у меня есть книжка лечения, кому надо. Ну, книжку оставь, я потом почитаю. На потом оставить? Да. На досуге почитаешь, да? Да, на досуге.
Можно пока включить замечательную музыку послушать. Она здесь прекрасная, считаю. Ну, да, не буду. Нет, все это музыка не помню. Если что, вот там Boss of Dragon, никому не продавать. Вау, what can I do for you? Так, какой свиток есть? Воскрешение, что там? Ну да, там Resurrection, что-то в этом роде должно быть. Buy items. Rejuvenation не может. А что это за колбочки красненькие? Scroll of Resurrect. Это бутылки с лечением. Если ты нажмешь кнопку один, то, соответственно, вылечишься. Или правый. А что ж ты сразу не сказал? Так я же чё-то, пардон, не за такую. Слушайте, я на миле. Знаете, сколько стоит такая штука? Сколько? 400. 400? У меня только 121. Greetings, good master. Короче, welcome to the town of the Rising продавать. Sun. Эй, Драгону, не продавай посох. А, точно. Ну, в принципе, да я могу в городе появиться. Я, правда, без всего буду. Вам придется немножко отбить мою экипировку. Вот, можно нажать Escape и выбрать Restart in Town. Short sword. А, мяч не надо. Да, жми Escape, Restart in Town. Так, Робби, где ты есть? Центре. Я не уверен, что из этой штуки что-нибудь хорошее будет, но на, познай, мало ли. Вот, можно подойти, пойдем пока с Леной. Видишь, вот этот вот лекарь. Этот местный человек замечательный, это лекарь. Подходишь к нему, нажимаешь Receive Healing. И лечишься. Блин, а, Resist Out. Altered Durability... А, это... А, ну хотя бы не с пустыми руками пойду. Это знаешь, кому надо этот щит? Кому? Магам. Ну чё там? Читай. Durability, Spells and Crystal... А, интересно. Ну, Strange... Ну, это, конечно, замечательно. У меня один черт, пока спеллов особых нет. Драгон, давай закаспеем эти персонажи. Я был первый. Это будет не магом. Мне придется очень сильно гуталином мазать, чтобы я стал похож на мага вот здесь. А, он чуть-чуть. Немножко темнокожий, самой малости. А я зеленый. Какие все толерантные. Что с этой колдуньей что надо сделать? Ничего особенного. Просто я посмотрел, конкретно в этой модификации, к сожалению, ману нельзя бесплатно пополнить. О, книжка, вот, да? Какая-то книжка упала. Давай почитаем. А это я ее бронил случайно. Случайно? Так, ладно, хоть немножко маны есть. Это тебя так зовут? Он-он-вар-вар. Что-что? Он-он-вар-вар. Тебя так зовут? Да, это мой персонаж. Он-он-вар-вар? Так, ну пойдем отбивать твою экипировку. Я посох включу. Вы все полечились, я надеюсь? Да. А маны у меня нету. Только у меня лечилок нет, я не... Зачем лечилки? У лекаря бесплатно лечит. А во время боя? Ну, во время боя нет, так что придется сейчас... Страдать. Ворваться и... Так, Робби, вперед, если что. Если что, ступай и молнии поджарю. Кто здесь танк вообще? Танк? Воин у нас танкует. Вообще-то я должен быть, но... Робби, ты танкуешь? Ага. Так, а что, из лука нету, что ли, нигде? Я один тут буду всех убивать, что ли? Что-то я никого не... Где ты там умерла, ты помнишь? Там я лук, там, да. Сабля какая-то. Тебе нужно... Вот-вот-вот твой лук, хватай лук. Вот, видишь, я рядом с ним стою. Вот-вот-вот-вот. На полу он лежит. Вот, теперь ты с луком снова. Так что твои молнии не очень точны. Ну я знаю, поэтому лучше запускать мне куда-нибудь и глухреначить. О, я левела получил. О, вещи, всякие вещи. Все мое, все мое. А тут лут подстраивается под персонажа или там совсем? Что-что? Ой, в смысле?
Ну, в смысле, если лучник убьет кого-то, его... Не-не-не, рандомно выпадает. Бутылку с лечением возьмите. Что нам валяется там? Ну, давайте я возьму. Где? Все, все уже. Убрали. Так, что прокачать? А ты что-то уже уровень получил? Ага. Ну, вообще, воину по большей части силу надо качать. Магию он поскольку... Прокачивает, да. Все попадают, да, в эту стреляю? Ну, в общем, да, можешь попасть. Ну, знаешь, я бы хотел тоже шанс попадания повысить. Ну, тогда качать дексу. Но вообще, воина в первую очередь надо силу. Хотя бы по единичке надо за уровень складывать по-любому. Потому что у него экипировка, в принципе, от силы зависит. Мазил вообще. Ну, знаешь, когда он мажет, постоянно это тоже не правильно. 14-20, магия... Куда сюда отходить, чтобы... 5... Чтобы вас не задевать случайно. Ё-моё. Ты подходишь, и я не... А, ловкости, я думаю, не хватает. Чё, музыка такая. Не, ну, Диабло музыка, конечно, жуткая. Ну, блин, да, она мне очень нравится. Очень готичная такая. Знаешь, это особенно это когда... Нет. Ну, частично, особенно, да. Когда это сильные враги, а ты там еле жив, тебя преследуют. Ну, а на самом деле, первая часть... И саспенс какой-то. Первая часть куда более демоническая и зловещая, чем вторая. А это какая? Это первая. Вторая, она не такая мрачная. Ой, пардон. Умри уже! Он просто копался, и я его убил. Это нормально. Так, дальше. Так. Ну, а что, сука? Ах ты ж, блин, собакин. Так, этот. Ой. Так, 1.8, 1.8. В чем разница? В смысле? Ну, скорее сабли... всего. Сабли и голова. Она больше. Голова. Не, сабля прочнее. Кстати, у всех с этой брони есть, посмотрите. А как проверить? Ну, нажмите кнопка И, включает инвентарь, и там, соответственно. У меня броня сломалась. Вот можно рвань взять, пока выкидываю. Кнопка И не включает инвентарь. Ай, в смысле. Как-то инф. Ай тоже не включает. А кнопка И. Ну и где тут? Справа, видишь, кнопка инв. А, инв. Так, окей, у меня тут денежки и упущенцы нет. Драгон, а ты умеешь идентифицировать? Я не знаю, у меня талант... Ай, да, внезапно. Блин, да, никакой-то не купил. Идентифицировать одну штуку, я тут... Да, вот возьмите вот здесь эту руку. А, суки! Тряпку. Че, никому не нужно, что ли? Да, вот. Чего-чего не нужно? Давай, ну отойди, я не вижу. Вот. Ну, держите. Ну так, это, брони у меня нет, если что. Ну, геймран, у тебя сейчас, по идее, две брони, кинь какой-нибудь. Там идут кости. Там гости. Вот, возьми ее и надень. Там гости идут. Я иду. Ай, блин, не то нажал. Ты твою мать. Что даже? Да я, блин, цепанул. Надо было спел молнии включить. Йо, единку надо было, да, просто поставить? Да. Куклу вставляешь, соответственно. Так умирай уже, сука. Как называется куклу тигры? Чего? Как называется, ну, стиль, ну, в смысле... Это экшен RPG. С упором, типа, на боевку, не на все остальное. Да, каким-то... Так, а свиток телепортации никого нет? Да там, блин, выход с двух шага. Ну, все равно, чем дальше в лес, тем... Злые дятлы. Угу. Так, блин, молния, конечно, замечательная штука, но корявая. Съесть эту баночку?
правую клавишу на нее нажимаешь или цифра, под которой она находится? А шкатулки ничего. Там тоже ничего. Это что, золото из них выпадает? Ух ты, я тебя подняла. Да блин! Это что? Понимаешь, этот маг настолько хилый, что его даже бочка убивает. А у меня это, стрелы не кончаются случайно? Не-не, у тебя, ну, лук постепенно портится, потом его надо просто починить и все. Так, хорошо, ладно. Конечные стрелы. Бочки я буду вам тогда оставлять. А бочки что с ними делать? Ну вообще разбивать. Подходишь, разбиваешь. Ну, блин, это явно не с моей живучестью, я смотрю. Господи. Оно мажет, оно вообще в эти бочки попасть не может. А нужно прямо на бочку нажать, оно подойдет вплотную и разобьет, потому что по-другому бочки здесь не очень бьются. Я вплотную? Да. Просто на бочку нажать левую клавишу, бьет, разобьет. Угу. Смотри. Я объяснила лапу, и все жизни у меня восстановились. А, хорошо, ты можешь нажать C и выбрать какие-нибудь параметры прокачать. Поскольку ты у нас рога, тебе лучше всего качать ловкость побольше. Остальное можно тоже понемножку. Выбрать C. C какой оценник? C не ничего. Нифига себе. А че я в подземелье зашел, а тут, блин, куча тварей. Так это же подземелье. Не, я понимаю, в смысле, почему они у входа? Еще раз, что надо нажать? А, C. Ну или слева чар. Кнопка. Угу, что делать? Ой-ой-ой-ой! Окружили, окружили. Ай, ёпт! А я уже на шифт не нажимаю, она сама стреляет. Всё-всё-всё, бежим, бежим. Что-то совсем нехорошо. Бежим лучше. Аааа! Да ладно, почему я не попал? О, друга, надо тебе что-то. А, там снизу куча тварей. Там уникальная тварь, на самом деле. Осторожнее, вот. С ней нужно осторожнее лечить ее, потому что она может... Все лечиться. Что убирать, Драгон, что убирать? А, ну, бей, скажем, две в ловкости, по единичке на все остальное. Я лечиться. Вы как лечиться? Я хочу сдохнуть, зараза. Я сдохну, тварь. Твою мать. Да блин, пардон. Ловкость это виталити. Жизненная. Да. А декстерити. Декстерити ловкость. Его больше всего и надо качать. Тебе. Так, ну идите сюда, ублюдки. Так, одного убил. Блин, я уникального не могу убить. У меня мана закончилась. Ой, я все на лоб. Филлерс-рум. Так, сколько у меня денег? 190. Я, конечно, могу за собой поводить, но... Так. А нет, не могу вам через дорогу. Вот-вот-вот-вот, стреляй в эту тварь. Да иди нахрен, блин. Вот оно к тебе пошло. What ails you, my friend? Так. Могу себе свиток. Давай. Мочим его. Вот с него выпал лук, сейчас я его познаю, посмотрю, хороший очень. А ты можешь бесконечно познавать? Да, да. О, возьми хороший лук. Прибавляет 10 к живучести. А, кстати, я ремонтировать же могу. Ну, ты можешь ремонтировать так, что у тебя вещи частично портятся. Вот, кстати, можешь бочки побить. На один пункт. Последних выпустили. В принципе, да, пока хороших вещей. Какой-то мудак. О, Том Портал. Пока хороших вещей не нашли, то да, вполне себе полезная вот эта штука на починку. Кстати говоря, вещи не познавайте, мне кидайте, потому что я могу их бесплатно познавать. Мне кажется, у меня в инвентаре что-то не копить. Ну, в смысле, там есть просто старейшина у фонтана, которых за деньги познается. Ну, с учетом того, что я могу бесплатно, можно немножко денег сэкономить. Кость, да? А есть какой-нибудь магазин, где... Да, есть. Можно баночку купить.
А как ее надо? Ну, здоровье. Это... Можно, можно, можно. Сейчас мы, собственно, да пойдем закупимся. А, кстати говоря, кто там рядом со мной? Гебран? Гебран, погоди. На, держи. О, манна. Нож возьми, если что, если не нужен, будет там продаж. Где? Вот там. Мана? Вот, отлично, повышенного мана. Так. А как мы можем ману использовать? Ну, ты тоже можешь заклинание какое-нибудь потом выучить и использовать ману. Потом? Ну, как бы... Да не, почему? Вполне себе. То же самое лечение, оно вполне пригождается практически всем. Так, пойдем за мной, сейчас выйдем наружу. А, ну, мне пока не надо. Вы телепортом закупитесь. Блин, тут денег! Телепорт стоит 100 монет. У тебя сколько денег? 40. Отлично! Закупитесь телепортом. Хороший совет. Так, это я себе взял. Чего? Это же Робби Драгон. Ну, в смысле, ты решил не покупать какую-нибудь полезные вещи, там, бутылочки лечения, купить телепорт, ой, да? Ага. А по лестнице наверх выходи. Окей. Так, на всякий случай. О, я шапку нашел. Шапка, хорошо. Я не знаю. Будет холодно зимой. А, в этой... Что? Вот лестница. Ой, что мне это должно говорить? В смысле, ты о чем? The hands of man guide somewhere else. Я не знаю, что это. Это ты где нашел, что там? А, что? Какая-то надо. А, это храмы всякие, они дают бонус временный. Да, но эти... Откуда я могу знать, что он это дает? Ну, надо смотреть характеристики. А их не запоминают. О, я слышу звуки боя. А вот это Potion of Healing, это вот этот бантик, да? Да. Я это лечил. Так, я пока пойду посох перезаряжу. Спускаемся на этаж ниже. А вы что же, вы все весь уровень исследовали? Да. По-моему, еще нет. Я уже. Я еще. Хорошо. Если ты все исследовал, то можешь спускаться на этаж ниже. О, я нашел там еще один уникальный. Драгон, ты где? А, блин, туда я пошел, забыл, здесь ведьмы переместили. Сейчас я к ведьме схожу, посох заряжу. То у меня кончается заряд на посохе. На, цепочка. Не то, что кончается, уже закончился. Охренеть, мне денег не хватает, чтобы посох перезарядить. А что перезарядить? Надо. Так, ладно, дайте хотя бы ману купить. А, суки, тут их слишком много. Potion of Mana. Если рядом есть дверной проход, вставай в него. Да, кстати, они там по одному тогда будут проходить. Пойдем дальше. Пинать всяких монстров. Подветренные захожу. Прям хардкорники мод, я бы сказал. Деньги. Еще больше денег. Ой-ё. Тут суки лезут. Блин, лучники. А, они импами называют. Нахуй. О, бутылочка мана. Как бы я умер уже. Да? Там как большая нажимаешь... толпа скелетов. Эскейп и там возродиться в городе, но у тебя не будет никакого оборудования, правда. А опыт? Опыт останется. Правда, не помню, по-моему, штраф там есть или нет. Но все. Но то, что от меня выпало, оно остается, да? Да, оно остается там. А, это хорошо. Ну, хорошо, ты это отбить еще будешь должен. Ну, я совсем голый буду, да? О, а что здесь валяется этот плащ? Плащ-палатка. Лена, у тебя сейчас что-нибудь есть? Какая-нибудь броня надета? Да. Какая? А, слушайте, а как... Клоак! Клоак? Это плащ. Какой у него уровень брони? Армор 3. Армор 3? Хорошо. Если что, у меня лишняя броня есть с армор 2. Нужна кому? Слушайте, возле моего трупа там всякая...
Ну ты где, на втором уровне уже, что ли? Ага. А, ну, сейчас рядом. До конца первой допройдем. Так, я сейчас приду, у меня есть уникальный лук, который я нашел в сундучке. Надо его идентифицировать. И это как его? Надо. Жаль, что нельзя поставить какой-то перевод. Кого нельзя поставить? Перевод. А, ну... в смысле, какой-то упорот. Просто это мода, я не уверен, что они будут вставать на какую-нибудь русскую версию от Фаргуса. Да, здесь все исследовано. Хорошо, пойдем попробуем отбить труп Робби. А, зачем я сюда пришел? Ты уже возродился и пошел назад? Угу. Так, Геймран, а ты где находишься? Сейчас я спускаюсь на второй. А, кстати говоря, если у вас... Бей эту штуку. Если у вас какой-нибудь предмет будет поврежден, снизу справа над кнопкой INF появится соответствующий значок. Если значок коричневый, значит он просто немножко поврежден. Ну, если значок понятно. Красный, значит он поврежден сильно. Да пиздец, меня одним ударом убили. А, конечно, у меня жизни нет, а я туда поперся. Так а ты еще не вылечился, что ли? А я не смотрел. Молодец, ты просто изначально возрождаешься с никакими жизнями абсолютно. Я думал полностью там. Так, ладно, сейчас ты придешь. Погоди, у тебя какой, Лен, лук? Плюс 10 клов? 10 к жизни, к живучести, да? Да. Окей, ну тогда ставим пока. Сейчас Робби придет, будет лучника косплеить. У меня два лучника. Ну, второй лук можешь продать пока. У тебя, длинный лук, у него какие повреждения у тебя? А куда его продам? А почему я должен косплеить, если там валяется где-то мой мяч? Вот он, ты сначала дойди до этого мяча. Робби не думает о том, что надо дойти. Не, я как раз в процессе. Так где ты? Ну, ты уже на втором уровне, что ли, или нет, или еще? Нет, по первому. Ну, сейчас придешь, я тебе немножко дам экипировки. Лен, у тебя какой... Где? Сейчас. На, держи. Килка. Это поможет тебе, я надеюсь, отбить твою экипировку. Сейчас, погоди, мы толпой туда поедем ломаемся. Капча. Так, собственно, Лен, у тебя, говоришь, какой лук? У меня тот, который мне сказали, помог 1.6, дур, 17.30, что такое дур? Дурабилити, то есть прочность его. 17, черточка 30. Require... Это требование, если он не красный, значит, 20... его можешь взять. 20 оценочек, красный, не красный. Ну, если красный предмет, значит тебе чего-то не хватает. Там уже надо смотреть, какие у него требования. Витаминов не хватает. Так, ну пойдем вниз дальше смотреть. Ну, мне кажется, что лук с живучестью будет лучше. Давай, завалимся. Но тот, который с живучестью, там дамаг 1.4. Да, но сон 10 живучести прибавляет, это хорошо. Он ничего не мочит. Маленькая крыса. Вы куда? А ты не да ладно, блин, он меня с одного удара вынес. Ты не спалился, спустился? Да. Ой. Что будем делать? Окей. Ты что, всех убили, что ли? Лол. Реально? А, блин. У меня в кармане только 21 копеек. Окей. Ну, придется сейчас... Делать? Придется идти и раздать кулаками. На орехи, да. Только сначала надо к лекарю подойти и вылечиться у него, не забудьте. Угу. Так, я уже знаю это. Ой, а как опять еще раз разродиться? Escape и Recifer. Черт, у него... А блин... будем толпой идти или... Да, рестарт на таун, пардон. Это потом, когда к Пепину подойдешь, к лекарю, Recifer будет. Ну, я могу немножко вас обрадовать, у меня полная мана и спел 4 уровня фаербол только. То есть, если мне дать волю, то я их там сожгу на собачьем. Но, блин, меня просто могут вынести с одного удара. А-а-а. Поэтому мне надо сначала туда как-нибудь путь немножко расчистить, а дальше я там сволочим задам жару. Я, если что, там буду сходу на второй. Окей, сейчас посмотрю, сколько он требует ман 5. 5, 90... Ща.
Короче, у меня 36 фаерболов есть. Ну, не фаерболов, такие огненных зарядов. Фаерболы потом уже откроются. Так что вы сейчас, если на себя оттянете, то я попытаюсь их сжечь. Так. А откуда геймрана щит? Потому что я закупился. А у тебя были деньги? Ну да. Там, я как понял, где-то половина снимается. Штраф. Так, сейчас мы тогда устанем, пока ухода. А там сейчас деньги снимают? Вниз не идем пока. Вообще-то да. Черт. Так. Где наша лучница без лука пока что? А, погоди, Лен, у тебя должно в инвентаре сейчас должен быть лук. У тебя просто исчезает все вещи. Надо, значит, перед боем выкидывать все копейки, чтобы не потерять. А вот у меня надо мной это как карта, видимо, местности. Да. Это нормально. Лен, смотри, у тебя сейчас в инвентаре должен быть лук, по идее, потому что валятся только те вещи, которые... Ну, если тебе неудобно, можешь по клавише M отключить карту. Хорошо, ну давайте сейчас... У меня на таб. Таб, табом он отключается. Что делаем? Ну, сначала воины ломятся, потом лучница, а потом я захожу. Ну, придется, да. Давайте, танкуйте. Гебран? Лена. Поехали. По морде, давай, по морде. Ну, блин! Охренеть! Охренеть! Дубль номер два. Какие-то они злые здесь очень. Ола. Да, половинница. Один, да, копеек. Жаль, я потерял свои неплохую экипировку. Они, кстати, не у входа стоят. Может, мне зайти и издалека их начать мочить? Они у входа стоят, прямо у входа. Да? Странно. Да-да, они стоят у входа и караулят. Это немножко фейловый план получился. А, одну секунду. Щеп. Геймран, вообще-то это были мои деньги. Опять рестарт, да? Альтернативный план. Я смотрю, бесмол очень хардкорный, но, в принципе, это не единственный мод. Сейчас смотрю, что у меня еще есть... Можно что-нибудь другое посмотреть на Диабло. Это что-то как-то дерут нас хвосты в гриву. Угу. Так, к сожалению, вот. Есть еще один модик, но, правда, его придется скачать. Да, сейчас я сброшу ссылку. Так, он называется Wake. Причем... Выходите, прям... да? Да-да-да, можно пока выйти. Сейчас я ссылку на модик скину. Надеюсь, там будет все не так печально, потому что...